В общем, собираем мебель. Срочно надо быстрее ящики ставить. Начинаем собирать. Ну, вроде собрали. Потом думаю, что-то не то. Оказался без дна. Идиоты. А почему? Потому что сразу дно было нельзя ставить, потому что сейчас уже больше 10 вечера, и скрипка дыром работать как бы громко. Поэтому мы собираем так. Да мы забыли, что не без дна. Это называется би-бай-боба, два долбоеба.